Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что, у нас опять чудеса. Приехала посылка снова от Ирины и от Романа. Совместная посылка. Ну, понятно по названию, что это камера. Будем наших аистов снимать. А вот хрен там. Это фотоловушка. Это фотоловушка. Пополнение в нашем гараже. Третье. Ух ты! Мать ее етит. Такая она еще и с GSM модулем. В общем, мы теперь можем в реальном времени видеть, как срабатывает ловушка. Просто. У меня нет слов. Большое спасибо. Вы сделали не то, что мой день, а мой год. Давно я косился на нее, но как-то не поднималась рука. Ценник очень-очень кусался. Так что большое вам спасибо. Кадры будут изумительные. Почитаем сейчас аннотацию. Нужно симку сейчас будет оплатить. По-моему, у меня сейчас она уже отключена. И поставим как раз, накроем новогоднюю поляну для наших лесных жителей. И опробуем ее в действии. Большое спасибо Роману и Ирине. Очень и очень приятно. Очень нужная вещь. Теперь у нас три фотоловушки. Единственное, то, что ее надо хоть гвоздями к дереву прибивать, чтобы не утащили. Так что так вот. А сейчас поеду за мышами для наших пернатых друзей. Тоже и на Новый год. Сейчас приедут мышки.